Всем привет, вы на канале В путешествии. В этом видео мы расскажем, когда же лучше ездить кататься на лыжах на Донбай. Сами еще не ездили. В этом году думаем, есть такие мысли. Но много знакомых каждый год туда ездит, и они говорят, что лучше всего ехать в конце февраля. На это есть много причин. Во-первых, народу гораздо меньше, чем новогодние праздники, январь, начало февраля. Ну, оптимальный вариант, так сказать. И цены немного уже падают, и проще это с гостиницей найти место и все такое. В общем, не будет такого муравейника, как в январе. Потом, если у вас много человек, есть транспорт, есть смысл, можно поехать на машине. Ну, проще, конечно. Многие, у которых даже есть машины, они просто ездят на автобусе и отдыхают. Вот. Пиво попить, виски, то, что любят. Чтобы не ехать, не напрягаться. Дорога там горная такая, серпантин. Если поедете на машине, конечно, подготовьте машину в любом случае к дальней поездке и непредвиденным ситуациям. Ну, на автобусе как-то спокойнее. В общем, в планах есть, если поедем в конце февраля. Вот. Так, там горы хорошие, классные. Кататься можно. Ну, по аренде, что снаряжение, все можно. Свое покупать дорого и проще взять в аренду. Не так это и дорого. Если не профессиональный там сноубордист, чтобы. Если просто покататься. Может, вам сноуборд не понравится. Покатались, посмотрели, взяли лыжи, еще на другом чем-то покататься. Ну, вот видео не будем растягивать сильно, основную суть информацию сказал, а там думайте, смотрите, если поедем, подписывайтесь, конечно, поедем, будет много материала видно. Этот Яндекс.Машина опять. Летом только ездят, зимой они не перемещаются. Вот. Новое видео будем сейчас регулярно публиковать. У нас сейчас с Крымом информации много не опубликовано.